Юношеская сборная по шахматам приняла участие в международном детско-юношеском турнире «Черное и белое». Соревнования проходили в городе Гагра, Республики Абхазия. В них приняло участие порядка 70 игроков из разных регионов Российской Федерации. Наша сборная команда показала хорошие результаты. Ребята заняли призовые места, отметил президент Федерации по шахматам Республики Южная Осетия Георгий Шавлохов. Мы можем сказать, что это один из самых удачных поездок за пределы нашей республики, нашей юношеской сборной. Мы очень гордимся вот таким результатом, что нашей молодой, нашей юношеской сборной удался вот такой успех. С такими сильными командами из России, как, допустим, из Краснодарского края, из Ростова, да и Абхазская шахматная школа тоже очень хороша. И в заключение я хочу поблагодарить Сбербанк нашей республики, который оказал помощь нашей команде в поездке на данный турнир, и лично его руководителя Суслана Бекоева за оказанную нам помощь. Из нашей республики в турнире приняли участие 7 шахматистов. На родину они вернулись с 5 медалями, кубками и грамотами. Михаил Логачев занимается шахматами 7 лет. Он занял первое место, выиграв все 9 партий, не проиграв ни одного раза соперникам. А Артур Джикаев занял 3 место. Ему всего 12 лет. То есть он намного младше своих соперников. Но это не помешало ему занять призовое место. Я всегда перед турниром волнуюсь, и в первом туре даже побаивался немного соперника, потому что боялся и не знал, как он будет играть. Ближе к середине игры я освоился уже и стал понимать то, что у меня хорошие шансы есть на победу. Игра проходила очень напряженной, а соперники мои ничуть не уступали по силе. И выигрывать их было счастьем после каждой партии. Слова благодарности моим тренерам, которые помогли мне подготовиться к этому турниру. И благодаря ним я смог вот так выиграть и набрать 100% результат. Нет, я в прошлом году уехал на похожий турнир, тоже в Абхазии, который проходил. Там я не очень удачно сыграл и 5 место только занял. А в этом году все получилось гораздо лучше. Я проделал работу над собой, работу над ошибками предыдущего года и показал хороший результат. Я мазар дам атинг фаши дис ха дис на хам тахчен турнире. Бачахтун жерт кагам бинат. Бу дис че тинг бира тахчен ирас кенжета. Абхази ма худистам дик как хат. Грасут курату гагра. Бузен жин хастам фанды заган матрениран гюри казбекучен. Вы ал хат тарим на кана хам тахчен турниртам. Фанды ашамейнен ва биран тесте тахам ашесфирай. В женском зачете 3 наши спортсменки заняли 3 призовых места – Анна и Алана Тибиловы и Валерия Ванеева. На этом турнире я заняла 3 место среди девочек, а в прошлом году 1 место среди девочек до 12 лет. Аши турниры достанды кахат, аши хат таджи бачахстун фитчак бунат, машок канчи житахсан. На ган команда номай мафанды заган, бузна джина хаста, нима шахистар тау диудонан. На тренерство шовлухта Георгима, Кодойте Андреянма, битете Азаматан. Тынгах сызгом, мануадис, вияс шахмат истыхсан, мабунка сирамбулан, мамахи хорсфененканан. Организаторы постарались создать приятную атмосферу, чтобы участники турнира запомнили и делились своими впечатлениями с друзьями. Для участников турнира была организована экскурсия в Новый Афон. Алена Утаева, Давид Туаев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.